насколько мне обидно быть тут. Честно вам сказать, мне очень так обидно быть тут, что ваш папа не тут. Это мой первый раз, что я тут, после что ваш папа не дома. Есть вопрос, что мы что-то изменились, что-то у нас поменялся. Мы что-то научились от этого. Кто-то тут держит мицвот 100%. Кто-то тут ревнует Бога, как ему больно, что евреи походят на их мицвот, что еврей его закон забыл. Кому-то тут это как поменялось, кто-то понял вот этот вещь, что ваш папа ушел. Кто-то вообще начал что-то делать. Что вы думаете, просто так ваш папа так... Ему было больно на весь это последние времена, на последние моменты. Если мы не изменились, так почему это было для нас? Если мы не поменяли наши вещи, так это что Бог наказал нас, это было наказание, без что мы научились это ничего. Это что это Бог взял от нас такой папа, от вас взял такой хороший папа, это потому что Бог вас хотел, как что вы что-то изменили, что вы правильно сделали. Есть люди тут, что они верят, что они идут гадалки, что это чужая работа, авода зара, ароа бакохавим, роя бакохавим, роя баклафим. Это же и наши законы. А если такие люди идут туда и веруют 100%, если гадалка сказала, все, так и будет, так и надо делать. А это вы верите? А это только человек, что он, у него кровь есть, у него есть кости, у него есть кожа, у него есть мозги, сердце. Она может завтра пойти в дорогу и упасть и не вставать от этого. Вы такой человек верите? Это мне непонятно. Люди идут в гадалки, идут в Маро, я не знаю как имена, идут смотреть гипноза, не знаю. Много вещей, они ходят там и слушают такие глупости и верят. И верят, что это кто им сказал, так и так надо делать, все. Это все будет как надо, сделайте как я вам сказал. Я вам обещаю, что все будет у вас отлично. И мы это верим. Чужие законы, не наши законы. Мы верим. А Бог закон, что Бог нам написал на шаббат, на тфилин, на нида, хала, адлакат анер, меасер, кдушот, тфилот, шмона עשרה, шахарит, минха, ערבית, לקבוע עיתים לתורה, פייטי סלושת אורוק תורה. מי כגדת? פוני לשתומי דרשני עתית זקון סלושת. У нас книга, законы книга, 613 законы, у нас одна книга, там весь закон написано, один Бог, одна правда. И мы всегда идем, чужие законы ищем, чужие Бог ищем. Откуда это? Извините, но откуда это? Это далеко от нас. Мы получили 10 адиброт, 10 законы. На два камня получили их. И один от них, что нельзя верить в такие глупости вещи. Маро, это гадалки, нельзя такие вещи верить. И мы эти глупости верим. И идем и надеемся, что если гадалка сказала, что завтра так и так сделайте, и так будет, мы это верим, как будто Бог это сказал. А что, Бог сказал? Нет, это не для нас, это не для нас. Это мы еще молодые, мы так, это не для нас. Или мы уже старые, мы так привыкли, мы так жили. Это как мы жили, это правильно, нет. Это неправильно. Все верите тут Богу. Тут много-много людей, больше чем 200 людей тут. И вы на меня смотрите, и вы знаете, что моя правда – это правда, потому что я это не нашел где-то, или это не написано в чужие законы или чужие места. Это наши Тора.
Это наша книга. Это Бог нам дал. За это мы должны знать. Мы должны это понять. Наши законы – это Бог. У человека нету сейчас счастья насчет что-то. Тебе и надо пойти в гадалку. У тебя нету сейчас мир дома между тебя и твоя жена. Не надо для этого гадалка. У тебя нету сейчас с деньгами тяжело. Не надо для этого гадалка. Покажи мне одна гадалка, что она сделала мир между муж и жена. Покажи мне одна гадалка, что дала тебе деньги. Не, она у тебя деньги взяла, но она тебе деньги не дала. Какие советы она тебе дала? Какие советы она тебе дала? А Бог тебе дал советы. Бог тебе написал, если сделаешь так, будет тебе мир. Если сделаешь так, будет у вас счастье. Если сделаешь так, будет тебе здоровье. Если сделаешь так, будет тебе деньги. Бог нам все написал. Почему пойти искать это у других? Почему пойти заплатить деньги? Что знать это, как достать счастье, покой, радость? Почему надо пойти заплатить за это? Почему надо пойти у чужих людей, у чужих законы, у чужих вещи, что они не наши? Почему надо у них слушать такие вещи? Открой книга. Открой книга, что Бог тебе ее дал. И там все написано. Там все написано. Все. Какой у вас хороший папа был? Какой у вас хороший папа был? Это Бог знает. Сколько он любил Бога. Сколько он верил в Бога. Его любил сильно. Кто сюда нас привез? Три партнера у каждого человека. Папа, мама и Бог. Папа, мама и Бог. И мы в конец вернемся к Богу. Но в этот жизнь, что мы сейчас живем, Рамхал говорит, что Бог от нас не получит вещи, что мы даем Богу, что они не 100% целые и чистые. Бог говорит, если ты для меня сейчас делаешь мицва, делай ее только для меня. Но делай ее полностью, как надо. Лема давар доме, на чего этот вещь похож? Если сейчас дядя, вы покупаете Mazda, новая Mazda, Mazda 3, Mazda 6. Сколько она стоит? 120-130 тысяч шекель, правда? И вы пошли там на магазин взять новую машину вашу. Вы поставили там 130 тысяч шекель. И там вперед машина там, как это, тамбон, да? Там есть поцарапин, мало поцарапин, поцарапин, так мало. Очень маленькая так, что поцарапали ее, так ты ее возьмешь? Нет. Почему? Потому что ты говоришь, я сейчас поставил 130 шекель, 130 тысяч шекель. А я хочу ее, как она целая, она чистая, новенькая, что она была 100% как надо. Я купил новый, я хочу новый. А если вы, тетя, а если вы взяли сейчас новый шифонер для дома, заплатили 4000 шекель, а на шифонер мало там поломано, знаешь, там чуть-чуть дальше, если поставишь на эту сторону на стенку, не видно будет. Ты получишь ее так? Нет. Маленький вещь. Очень маленький. А вы поставили только 4000 шекель. А за это маленький вещь ты не получишь ее. Почему? Потому что ты хочешь ее новая. Ты хочешь, чтобы она была чистая, красивая. Ты хочешь, чтобы она была 100%. В жизни это так. Тоже если сейчас покупишь дверь на 500 шекель. Дверь покупишь. А на этот дверь что-то там не так закрыв, ну мало там так что-то какой-то, он звук делает, только на не получишь ее. Так Бог. Точно так Бог. Так Бог хочет, чтобы ты сделал мицвот 100% от любви. Чисто. Как новый. Каждый день новый, новый, новый. Каждый день работаешь для Бога. Авода Ташем.
не знаю, как это сказать, Авудат Ашем, правильно, ну, работат для Бог, Авудат Ашем. Есть такие люди, они работают для людей, а есть такие люди, работают для Бога, потому что они знают, что конец только Бог заплатит. Бог заплатит на здоровье, Бог заплатит деньгами, Бог заплатит на мир дома, Бог заплатит хорошие дети, Бог заплатит здоровье родителей, Бог заплатит наше здоровье, Бог заплатит на наши глаза, Бог заплатит, что мы можем кушать. Каждая вещь Бог заплатит за это, потому что мы работаем для Бога. А когда человек работает для человека, Бог ему скажет, иди, возьми от него здоровье, возьми от него деньги, возьми от него советы, возьми от него, посмотрим, куда с его советы и что он тебе может даст, посмотрим. Человек должен понять, ребята, тут мы как одна семья большая, человек должен понять. Рабену Бахья говорит так, один день был один мужчина, что он хазан, он пайтан. Так поет хороший мавалим, хороший, у него хороший голос. И был минха, и он пел так красиво. И потом был арвит, и так красиво поет. И кто-то ему пошел и сказал ему, брат мой, у тебя такой красивый голос. Почему ты так сильно так поешь так? Он сказал, это для Бога, это не для вас, для меня, это я так, каждый день, это от любви к Богу. Он ему сказал, красота, честно, красота, тебе сказать, это не верится, что есть еще, Бог тебе дал такой голос, такой подарок, и ты ему так даешь назад с этот голос, это красота. День пришло, и минха, он знает, сейчас он на какой-то дороге, и синагоги там нету. Если он еще 10 минут не найдет синагогу, он не успеет. Он должен меха делать. Он быстро открыл сидур и начал амен. Вы знаете, как Бог за такой человек, что Бог за него думает? На него что Бог думает? Вы знаете это? Вы знаете, как Бог на такой человек думает? Бог говорит, что ты думаешь? Что я не знаю, что твоя правда? Что ты можешь их дурить, но меня ты не можешь дурить. Ты когда поешь так красиво, ты поешь для них, что они послушали. Что они тебе дали как уважение. Они дали тебе как... Они сказали тебе спасибо. Ты мое спасибо не хочешь. Ты не молишься для меня, ты молишься для них, ты их работаешь. Когда тебе надо что-то, иди к ним, ко мне не надо приходить, потому что ты для них делаешь, не для меня. Ты думаешь, что ты делаешь мицвот для кого-то? Что ты ждешь спасибо от людей? Вы знаете, что люди так и так спасибо не знают, как сказать. У них нету спасибо, ты можешь делать тысячи раз, человек тысячи раз делать добро. Один раз маленькую вещь не сделаешь, не смог. Все, конец. Только за этот вещь он тебе его запомнит. А есть нормальные людей, что ты тысячи раз им не сделал. Один раз ты им сделал. И он тебе этот раз не забудет. Это еврей. И не только что это еврей, это человек. Не только что это человек, это настоящий Бог Сын. Это Сын Бога. Чистый, хороший. И такие Бог любит. Ты сделал хорошего. Закрой рот. Что ты ждешь? Что ты ждешь? Что ты ждешь? Спасибо от людей. Один мужчина пошел домой, и дверь была закрыта. И он звонит к его жена. И его жена в телефоне отвечает. И он начинает так, дверь так, стучать сильно так, и никто не дома нету.
И он говорит, как она такую вещь для меня сделала, такую вещь. Как она смогла мне оставить блюз ключ? И как она мне оставила так, что не звонит, не оставила ни сообщения, ничего? Как такую вещь она могла мне сделать? И начал так нервничать. И подумать, как она придет, что я ей сделаю. Ох, как я ей сделаю, как я ей покажу, кто тут хозяин, что такие вещи делают. И так. После часа она пошла. И как она зашла, соседка зашла после нее, и он так смеется и говорит, шалом, соседка, шалом, шалом, моя жена, как ты, как вы. Все, зашли домой, он смотрит, что соседка тоже зашла домой, он закрывает дверь и начал ей такие вещи сказать. Ох, такие вещи начал ей сказать, ох, такие крики. Такие некрасивые вещи начал я говорить. Рабену Бахья говорит на это. Кого ты работаешь? Для кого ты работаешь? Для соседка? Работай меня. Ты должен быть такой, потому что ты мой сын. Потому что ты мои законы знаешь. Потому что ты моя Тора любишь. Это твоя Тора. Для кого ты работаешь? Для этой соседки, что сказала, ой, какой хороший мужчина у моя соседка есть. Ой, такой он прекрасный, такой он чистый, такой он человек какой. Ой, класс, супер. Для кого? Ты должен быть такой хороший всегда. Только за это, что ты мой сын. Только за это, что ты еврей. Только за это. Что ты должен быть такой чистый всегда, не только для соседка. Что мы должны учиться, что мы должны работать Богу, но не людей. Слушай, ко мне пришел после вчера, ко мне пришел человек, говорит мне, рабби, слушай, я в синагогу так и так, там габай, я там собираю деньги всегда, я от людей так собираю, знаешь, туда-сюда, и потом даю кому надо. И мне после вчера стал вечером Барвит, там, и накричал на меня, сказал мне, что ты человек воровающий, ты наши деньги берешь для себя, ты никому не даешь, ты все делаешь для себя, мы тебе больше не верим. И рабе, мне очень стало обидно. И я на него посмотрел и посмотрел на всех. Я не знал, плакать, ругаться с ним. И все, я пришел к тебе, и я сейчас, пожалуйста, рабе. Что я должен делать? Я больше не хочу быть габай, не хочу быть там ничего. Все, для меня это было все, это конец для меня. Вы знаете, Рамхал, что говорит на это? Конечно, что я ничего не знаю. Все, что я знаю, это от нашей Тора. Я ему сказал, конечно, от нашей Тора. У меня жизнь такая. Весь совет, что я даю, или что-то, что я говорю, все от нашей книги, ничего нет меня. Ничего. Я ему сказал, смотри, открой Рамхал. Раби Моше Хаим Люцатов говорит, мне непонятно. Если ты знаешь, что ты чистый, если ты знаешь, что ты чистый, так что тебе больно, что человек это сказал или кто другой сказал? Что тебе больно? Ты свою правду знаешь. Ты знаешь, что ты собираешь деньги только для этого, что делать мицвот с другими. Ты знаешь, что ты чистый? Ты знаешь, что ты правильно делаешь? И от чистоту, от души, от любви. Так от что ты боишься? Ты должен был ему сказать, если это правда, что ты говоришь, что Бог тебе даст счастье, и мне нет. Но если ты сейчас правильно не сказал, и ты сейчас сказал вещи, что они вообще неправильно, что Бог тебе судил, а я не буду судить тебя. И знаешь, только так надо ему было ответить. Только такой ответ. Вы знаете, сколько людей делает хорошего? Что вы думаете? Почему вы думаете, что мы боимся такие вещи, что... Почему я боюсь такие вещи? Я боюсь такие вещи. Боюсь. Потому что если хочет кто-то найти на тебе плохую вещь, он всегда, всегда найдет какая маленькая дырка найти на тебя... Такое вещь, что от этой маленькой дырки он сделает большая. От маленькой вещи, что ты вообще не сказал ничего. Ты не сделал ничего неправильно. Все правильно сделал.
Он найдет на тебе что-то, что неправильно. Он возьмет от 10 слова, возьмет 2 слова, и только это он от них возьмет, и все. Он скажет, о, так, все. Но мы не боимся от этого. Мы не боимся, потому что наши глаза в Бога всегда. Мои глаза к Богу всегда, я говорю, Бог, ты знаешь мою душу, ты знаешь мое сердце, и ты знаешь мою правду. Что люди скажут на меня? Не касается. Не касается. Почему не касается? Потому что я знаю. Я знаю, что я делаю, для кого делаю, почему делаю, с кем делаю, а где делаю, как делаю. Это все я знаю. Так почему тебе касается, что на тебе будет разговаривать? Это мне непонятно. Человек должен знать одну вещь. Если ты идешь сейчас куда-то, и ты знаешь, что ты чистый и хороший, что тебе касается, кто скажет, что у тебя есть, что у тебя нету, как у тебя дом, что тебе касается, что на тебе будет разговаривать? Я знаю один человек, что он очень хороший человек, очень большая душа, хорошее сердце, и всегда он говорит, я упал деньгами. Сейчас на меня смотрят, говорят, какой нищий, какой так, какой так. Я ему сказал, брат мой, смотри, слушай. Когда ты был богатый, все сказали, какой ты ворован человек, ты всех вороваешь, всех дуришь, ты берешь фудаи, берешь на проценты, берешь так, ты как зверь, туда-сюда. И ты жил, как будто все нормально, и все на тебе разговаривали только плохой. А сегодня, когда ты упал, и когда сейчас ты хочешь вернуться бетшува, ты хочешь быть чистый человек, чистый еврей, сейчас тебе касается, что на тебе говорят, что ты такой нищий стал, все упал, почему тебе касается? Если человек хочет на тебя найти что-то плохое сказать, он скажет на тебя плохое всегда. Чистый будешь, грязный будешь, ровно будешь, криво будешь пойти. Всегда он найдет на тебе плохую вещь. Это такие люди. За это самый большой грех, самый большой авун – это лешон ара. Это плохой язык. Это язык поганый. За этот люди заплатят очень-очень сильно. Ты видишь хорошие вещи. Почему ты от хорошего делаешь плохой? Ты видел плохую вещь? Почему он плохой? Ты говоришь на это, что он плохой. Не надо. Если это кому-то не мешает, не надо ему сказать. Но если это кому-то может мешать, да, ты можешь сказать ему, смотри, брат, я знаю, что ты сейчас делаешь дело с такой и такой мужчиной, пожалуйста, не делай, потому что он опасный человек. Да, ты можешь ему сказать, потому что лота си михшоль бифней ивер. Не надо поставить яма, а человек, что он слепой. Что если ты знаешь, что если он пойдет на эту дорогу, и там есть яма, и он слепой, ты должен ему сказать, эта дорога не идти туда. Иди на другая дорога. Это совет Тора. Ну, разговаривать на людей плохие вещи, что это никого, никому это не касается. Кому он касается? Это его жизнь, это моя жизнь, это твой жизнь. Почему ты должен открыть твой рот? И мы всегда это говорим, всегда-всегда это говорим. Не надо открывать ваш рот. Не надо. Это рот, у этого рот. Есть два замки. И это два замки, надо закрыть их. Если первый замок открылся, второй закрой. А если второй ты открывай, все, это язык, у него нету красной линии. Пожалуйста, от вас всех, надо знать большую вещь, надо это рот закрыть. Это рот надо закрыть. Не можем это взять от нашей Торы. Лавана Арами. Когда пришли гости, כתוב בתורה, שלבן הארמי бегал, быстро бегал гости. Идем, идем, зайдите ко мне, идемте, идемте, я вам... Идемте ко мне быстро. Бегал сильно и быстро, чем Авраам Авину. Авраам Авину, мы все знаем, что Авраам Авину, у него было 4 двери. Ты можешь зайти к его дом от 4 двери. Каждая сторона дверь. И Лавана Арами написано, что он бегал гости быстрее, чем Авраам Авину. Но Авраам Авину, он Авраам Авину. И Лаван Арами, он Лаван Арами, почему? Потому что Лаван Арами дал людям кушать, и гости принял, и гости побегал к ними быстро. Почему? Потому что он ждал уважения от людей, что сказали, какой он большой человек. Как он понимает гости, как он все ставит, как у него все есть для нас, как... Это что он ждал. За это он Лаван Арами. И почему? Потому что он искал только уважение от людей. Зарабатывать деньги от людей.
Он искал делать правильно, что людей сделали правильно. Это не что он искал. Он искал, как вытащить от людей для себя. Как показать им, видите, это мой дом шикарный. Какой стол я для вас сделал. Ты понял, почему он это все сделал? Для себя. Для уважения, респект, money, power. Ты понимаешь? Только для этого. Когда Авраам Авину пошел к гости и позвал их, зайдите ко мне, покушайте, он не сделал, чтобы получить от них уважение. Он не ждал уважения или что кто-то ему дал за это деньги. Хас ве шалом. Авраам Авину это сделал, потому что у него душа была такая чистая и сердце чистое, что он только хотел для Бога сделать покой. Хотел сделать хорошее для людей от любви. От любви он хотел сделать. Он не хотел ничего от никого. Это был Авраам Авину. За это он Авраам Авину. ונפיסנה בגמרא, ורבי שמעון בזוהר פישית, שתו בכל דור ודור, קשדי ג'נריישן אי ג'נריישן, בודית אברהם אבינו. נקשדי ורמינה, וקשדי ורמינה, בודית אברהם אבינו. וקשדי ורמינה, בודית נוגם נוגה לבן הארמי. שתו הנפסיוס דיאליות, תוקה שתו פלוצ'ית דינגי. תוקה שתו פלוצ'ית ובז'ניה את לודי. דלעתה, הנפסיוס קשות. Они все-все сделают, только что люди их любили, что они понравились кому-то. Нет. Ты хочешь, что они тебе будут любить? Скажи им правду. Скажи им правду. Тора пишет. Охех лахахам и уавека. Охех лаксил и снеека. Если ты скажешь правильную вещь кому-то, и этот человек он умный, он тебе будет любить. Если он умный, и ты ему сказал тяжелые вещи, в лицо, и ты ему сказал правду в лицо, он тебя будет любить, потому что он умный. Тора пишет, тохех латипеш и снека. Скажи кому-то правильно в лицо, и он тупой, и он тебя не будет навидеть, потому что он тупой. Так в жизни. Надо бояться. Если он тупой, и скажешь ему правильно, он так и так тупой. Так что ты боишься от него? Он так и так тупой. А если он умный, скажи ему правильно. Может быть, сегодня не нравится будет ему. Но завтра он будет понять и будет понимать, что ты был прав. И правда всегда в конец. Все будет знать правду. И правда есть одна. Как есть Бог один. И Тора есть одна. Есть правда только одна. И буквы. Правда это эмет. Они только понимаются. Эмет это алеф, мем и тав. Алеф это первая буква. Мем это в середине. И таф это последняя буква. Первая алеф. Таф это последний, мем в середине. Это эмет. Это правда. Она всегда идет ровно и всегда поднимается. Она никогда не спускается. Это наш экзамен. Это наш экзамен на такие времена, наши времена сейчас, это наш экзамен. Это самый большой наш экзамен. Так и так, конец. Никто не берет деньги. Берет только мицвот. В конец только Бог будет тебе заплатить за твои мицвот. Только это Бог берет. Ты с собой берешь наверх только мицвот, хорошие вещи и Тора. Все. Все. Только это. Это наша жизнь. Так... Это наша жизнь. Человек должен знать. Бог ищет вещи от чистоту. От чистоту. Что ты знал большую вещь. Что каждая вещь, что мы делаем в этот жизнь, это должен быть от чистоту к Богу, от чистоту к людей. Ты должен почистить себя всегда. Почистить твой душа. Почистить свое тело. Почистить твой глаз. Почистить твои уши. Почистить твой рот. Почисти твой язык, почисти твое сердце. Всегда чистить и чистить и чистить. Это важная вещь. Это самое главное, это самая тяжелая работа в этот мир. Но это надо делать. И это можно делать. Каждый человек может это делать. Поверьте мне, я вам говорю это от любви. Это не только что можно делать, это надо делать. Это наши... Для этого мы пришли сюда. И только что вы знали, что у Бога
тоже ты сделал, тоже если ты сделал мало, но ты сделал с чистоту, для него это много. Есть такие, делают много, но у них это все для уважения, для все для, что сказали, что они сделали, и написано, что он сделал. И когда он идет в синагогу, там у него имя там на большой, так и так, такой и такой человек это построил и сделал. Почему он хочет, чтобы все сказали, о, ты видишь, он построил, о, ты видел, какая у него одежда, какая у него машина, какие у него дома, какой у него так. Это что он ищет уважение от людей, это его жизнь, это его жизнь. Бог говорит, это что у него есть, и это что он сделал так много. Это даже не близко, не близко и не так сладко для меня, как ты сделал. Ты что такой, ты маленький человек. У тебя нету как у него. Но ты сделал пару вещей от душа, от чистоту, от сердца, от 100% для меня, что я Бог. Я тебе сказал спасибо, не людей. Что вы знали. Пару дней тому назад тоже, когда я был в какое-то место там и получил так людей, и ко мне пришел один мужчина и говорит мне, раби, слушай, я тебе скажу честно и правду, смотри, я работаю на какой-то работе, что мои деньги не чистые. Вы знаете мою работу? Да, я говорю, да, я понимаю, я знаю. Но ты знаешь, что я тебя очень люблю, тебя слушать. Я от твои уроки, я очень как вернулся, начинаю так вернуться в чува. И хочу оставить весь это моя дорога, весь это мои дела. И хочу делать бизнесы чистые, не хочу делать их в шаббат, хочу их делать только на, когда можно. Хочу работать 5 дней и 2 дня отдохнуть, так шиши, поготовить для шаббат, и шаббат отдохнуть. Я вас очень люблю, я вас очень верю, так раби, я хочу это все сделать и сделать правду как надо, потому что я чувствую, что в этот мои деньги нету браха, нету благословения, нету как будто это деньги, знаешь, это как от град, ты понимаешь меня, раби, ну... Я так сидел и подумал, и я знаю, что только тебе могу так доверять, и не знаю, что делать, я хочу дать от себя большая сумма, и хочу, чтобы эта сумма пошла в какое-то место, что как решите, раби, так и сделайте, я вас доверяю, я знаю, что вы знаете очень много людей, вы знаете, кому верит, кому нет. А я на него так посмотрел и сказал, я знаю, что он, честно, я знаю, что он хорошую вещь хочет делать, от добрая душа. От добро, честно, ну, видно. Но я ему сказал, смотри, я не могу твои деньги взять, грязные деньги, и дать чистый еврей. Что этот чистый еврей пошел и купил для себя кушать с такие грязные деньги. Я его сделаю тоже грязный. Жалко мне это еврей. Сколько пример ты хочешь дать? Он сказал, 100 тысяч шекелей. Я ему сказал, смотри, иди работай, иди убирай что-то, не знаю, что делай, но заработай деньги от чистоту. И я тебе скажу, это деньги, сколько они там не были, 100 шекель, 50 шекель, 200 шекель, пошли их куда-то, что я тебе скажу. Поверь мне, что это 200 шекель для Богу больше, чем твои 200 тысяч, 100 тысяч, 2 миллиона, что они от грязной вещи. Поверь мне, так это для Бога. Это для Бога большая вещь, что ты пошел от чистоту, от любви, ты работал для них. Ты знаешь что? Иди учись Тора. Иди сиди месяц в колел, учись Тора, пример 2-3 часа в день, и ты получишь там от Рош Ешива, ты получишь от него 300-400 долларов, 500 долларов, сколько, что ты с ним закрыл, так получишь, принеси это деньги и дай им. Тебе это деньги, ты говоришь, что тебе это деньги, ты хочешь дать. Правда, не нужны. Ты хочешь дать от мясер, от цдака. Это 500 долларов, что ты дашь в месяц, это для Бога как 50 миллиард, что ты дашь людей от грязных деньги. Это правда. Гмара Ктувот написано, что Нагдимон, дочку, вы знаете, кто это был Нагдимон? Он держал весь Олам Тора. Он сделал цдакот без конец. Миллиардим цдакот. Он сделал много талмидей ешива он держал. Много талмидей хамим он держал. И его дочка,
она искала кушанья в мусорный ящик. Слушайте опять, что я говорю. Слушайте гмара ктувот, что написано. Что Нагдимона дочка искала кушанья в мусорный ящик. Она берет мусор, открывает и ищет там, кто оставил маленький хлеб. И ее папа помогал всем и дал цдакот, и сделал большие вещи для талмидей хахамим. Большие вещи. Раби Йоханан бен Закай не мог это видеть. Начал плакать. И он говорит ей: дочка моя, а где весь твои деньги, папе, на твои деньги? А где весь его деньги? А где это? Куда это шел? А где все? Как это может быть? Пишет гмара. Он сделал много. Но у него было самое главное. Кто скажет на него хорошие вещи? У него было самое главное. Делай только для уважения, что сказали, ты видишь, Нагдимон сделал. Ты видишь, это Нагдимон купил. Ты слушаешь, это Нагдимон сделал. Ты видишь это? Это он сделал, это он купил. Он. Это что он искал? Что все, что он сделал, сказали на него, это он сделал. Это он купил, это он принес, это он сделал, это он дал им. Это он, это что он искал? Что все, что ему было важно, это получит уважение от людей. Это гмара, кто вот пишет.